Я, по-моему, сделал что-то неправильно, да? Да. Заново. Нельзя. Можно. Ладно. Wait, go back. That's what I thought he said. Vigret is planning to activate Halo. Are you sure? I shall light this holy ring, release its cleansing flame, and burn a path into the divine beyond. So I hear that from what I understand, the Prophet will need an object, the Index, to activate the ring. The Index, to activate the ring. I've located a library similar to the one you found on the first Halo. If the rings work the same way, the Index should be inside. I'll bet the Covenant are thinking the exact same thing. Then we better beat them to it, Sergeant. Extract your men and meet me at the library. Yes, ma'am. I'll secure the Index, Chief. You take out the Prophet. He's given us all the intel we need. Let's go. О, у нас снайперка есть. Ничего себе. Бегает. Бегал. Сереж, вот сейчас я постреляю, скажи, ты мою игру у себя слышишь? Слышу. Сейчас я почувствую. Теперь, наверное, не слышишь. Там снайперы, осторожно. Оба стреляли в него. Здесь же возродиться можно. Где-то еще снайпер. Так, я подойду туда, иду. А, вот. Так, снайпер одного убрал. Дайте... Мне кто-то в спину снайперки, по-моему, стреляет, да? Карабинчик. А еще одна снайпер сна. Еще один. Жесток. Ой. Дайте мне для карабина патрончики, чуваки. Блять. Ладно. Ой-ой-ой, блядь, тут много. Внутри? Да. Чё, ты всех убил? Не знаю. Я вот никого не пал. Почему они тут завалились? Компьютер завалил. Самоубийся. А, чекпоинт. Не пропал. Кто у меня стреляет? Ты где? Я... Он нашел. В точке... Хантерс. Что-то водичка мне в фласке больше нравится. Как выглядит? Ну, только большая тебе, наверное, нравится, потому что смотри, как немножко не очень выглядит вот этот водоемчик. Ой-ой-ой-ой. Держи гранатку.
Я скину второй. Молодец. Cortana, the Covenant's getting nosy. I don't want to give away my position, so I'm rerouting a few stragglers back to you. I apologize. These pelicans are all the support you're gonna get. Understood, ma'am. Мне показалось, или что-то упало? Не знаю. Ну, чекпоинт. О, пеликан у тебя. Gondola is launching from the far towers. Big surprise, it's full of Covenant reinforcements. Oh, sniper. Oh, нет. О, Gondola. Где? Уже нету заводили. Well, they were nice enough to bring us a ride. Так, а вот рычаг. Нажми на кнопку, получи результат. Чё это за хуйня такая? Про то, что я спел? Да. Потому что ты песня. А рыбы. Я не понял, тут что-то летало злое, вражеское. Ага, кто-то завалил. Я в ходе не попал. Lake couldn't have been formed by volcanic action, which means it was either built this way on purpose or was created by some other cataclysmic event. I'm sorry. О, сейчас враги будут. Я по-моему упал. Да, я упал. Бегу, бегу куда-нибудь. Вниз спустись. А покажи щиты восстановить. Да уж. Еще шняга. Ну, да зря я завалил кого-то. Элитики. Там еще убийца. Что-то пин какой-то появился. Ты огромный шевик. Ну, завалил. Ну, поехали. Или нам на той же надо ехать, на своей же? На своей же. Ну, да, давай, допускай. Подожди, что мне ехать? А, вон, лет еще. О, пока лет. И долго мы еще будем плыть? Да вон, близко. А? Нас там встречают? Уже не встречают. Еще один. Уже нет. Еще один бегает, он, карапузик. В турельке. Где? Что он спал? Еще один сел. Один бежит. Что нам вообще?
барабан у нас чекпоинт. Не ходи. Не пойду. И сейчас не пойду. Сейчас пойду. Реально куда-то задержка, чё, лак какой-то. Не поймешь. Время от времени. Я не читал, пока. Эй, пушку, пожалуйста. Я сел. Да. Птичка летает и все. Уже не летает. Еще летает две. Уже они летают? Там, если я не ошибаюсь, сверху базука. Филрот вроде. Да. Все, мы вооружены. Опасно. Там лифт должен приехать вроде. Мы сейчас должны в подводный царство спуститься. Убежь вон туда. Что-то я не вижу никого. О, чекпоинт. Вон едет. Здорово. Ай. Лифт свободен, пожалуйста. Дайте пройти. А, я думал, ты там уже застрял. Я же не представляю, как это феноменально выглядело в далекие времена. Там ничего не было. Ну понятно, там не было ничего видно, да. Там вообще ничего не было. Там справа просто были. He's asking the other prophets to forgive his premature arrival, arguing that no human presence was foretold. That explains why there were so few ships in his fleet. But it's odd a prophet would have such bad intel about his enemy's homeworld. Тебе одолжить базуку? Нахуя. Ну, ладно. Топ-топ-топ. Идем. Топ-топ. Ну, окей. Если моя память не ошибается, сейчас будут злые элиты. Касочка. Ой, бруты. Элиты, бруты. Да, какая разница. А вот я тоже думаю. Нет, там еще элиты. В масочках. Ну потешь ты не в масочках. Ах, блядь. Дайте свалить, дайте свалить. Живой? Да. Ах, черт, перезарядка. Там элит, блин, с мечом. У меня тут три козел. Так, у меня кончится. Это попал, у меня амуниция. Сдохни, летающая хуйня.
Слушай, ну он же не виноват в конце концов, что он такой урод. Ну что ты вот так? Потому что не дохнет. Логично. А думаешь, я не попадаю, но это какая разница? Там должен поднимать, сейчас сдохнуть надо. Опа-на. Ты как сказал, что сдохнуть надо, я ж исполнил твою волю. Ого, я... Ой. А шутку заряжен. Два охотника. Сергей, я думаю, вам это понравится. Я тут терминал нашел. Где нашел? Тебе. Видишь меня, да? Ко мне. Только сейчас тут два этих охотника. Давай завалим сначала. Тут еще помимо охотников, еще мелкие гады. Я на них фиолетовый. Ай. Я себя в тупик загнал. Это елки, мне... Там мне мелкие как раз помешали, я поэтому охотник сейчас снайпер в спину зарядил. Опять летающие шнобы. О, где ты? Да. И минус один. Повернись задом, ну повернись задом, повернись. Покажи свой зад, блин. Как это двусмысленно это прозвучало? Это я и говорю, тебе сейчас это придется 18 плюс стоит. Игра как будет так 18 плюс и блин, промазан. По-моему, нет. Ну 16 плюс без разницы. 16 плюс. Развернись, сука! А это по-твоему очень хорошо звучит? Ну обойди ты его, завали сзади, блин. Пока я его отвлекаю. Ну, я мертвый. На гранатку слопай. Че, не сдох? А еще одну слопай. Че, опять не сдох, да? А еще одну. О, так, ой, снайперка. Появился, а? Да? Что, он меня любит? Он на тебя обиделся, что ты так над ним издевался? Ну, теперь меня любил. Так, к терминалу? Да-да, давай терминалчик. Hello Channel, грузись. Так, кто это по мне стреляет? Секунду. О, ачивка. Очарованный. 6.96% выполнили ачивку. Мало что-то. Сереж, у меня для тебя плохая новость. Игра вышла. А ты ролик пока смотришь? Ага. Иди пока, запускай заново. Потому что мне заново запустить, мне тебя прикольно. Yes, transcendence, eternal life. Their promises were endless. We gave up our old ways to follow the prophet's lead on the great journey. Gave up all of our history, all of our traditions. Not all of your traditions, it seems. This arbiter you mentioned, hasn't that always been a position of power for your species? Power? It was long ago. An arbiter was once the pinnacle of our people, leader of the clans, and master of the battlefield. But then, an arbiter committed heresy, and an example was made of him. Heresy? He challenged the word of the prophets,
challenged and lost. So the title of Arbiter became a badge of shame for our most spectacularly failed warriors. Yes. They were accomplished manipulators. Back before the firing of the array. I see at least that hasn't changed. Manipulators? What? Я вылетел второй раз. Еще даже не запустишь. I will explain later. Right now I want you to tell me everything you can of these Arbiters. Загрузка. Какая-то. Ну это уже на вылет тебе. Да? Угу. Что-то 5 черепов, легендарка. Ну это мой сеанс игры. Ну уж давай, что-нибудь вылетай или запускай. Так ты зайди, ну, или мне к тебе зайти? А-а-а. Или может игра зависла. А, запущу заново игру. Ты знаешь, я, наверное, то же самое сделаю на всякий пожарный. И что, ты запись заново начнешь или что? Или склеишь? Не, мне лень. Я тебе лень заново, значит. И склеивать. Короче, заново. И заново этот терминал выискивать. Нахуя? А, то есть терминал ты это так для себя. Вообще, до этого везде показывал. Вот я останавливать не собираюсь. А-а-а. Мне лень. Подумаешь, будет подольше. А, то есть ты не останавливал до сих пор? Не. Сережа, это серьезно. Подключиться. Кому ты собрался, ко мне, что ли? Ага. Мне еще играть не запустилось, даже толком. Не знаю, я подключился. А, правда. Лол, прикольно. Я еще тогда, у меня заставка стояла. Скоп. Пион. Да погрузись уже, грузись. Ну давай, быстрее, быстрее. Ну уже. Фастер, фастер. Давай, быстрее, загружайся, выходись. Да я в персону пойду. А, вот как. Да пройти этот галимый Dungeon Crawler, блин. Да и начать наконец нормальная часть. Правда, нормальной частей еще 3 игры. Неплохо. Первая — это вообще убогая самая. А, чисто выглядит как обычный Dungeon Crawler от первого лица. Вторая хотя бы получше выглядит. Две части. А потом третья, четвертая, пятая. Катсцену скипать или это встать? Давай скипать? Да-да. Слушай, может ты вразумеешь тогда Microsoft на то, что они наконец-то пропатчат игру? А то один персонаж сегодня гуглил, и проблемы с таким соединением у них очень давно. Чуть ли не со старта игры. До сих пор не пофиксили. Ну, когда всю игру делали абсолютно разные люди, неудивительно. А фиксить? Почему бы не пофиксить-то? Сделали. А кому? Каждой части занимались разными. Лол тоже. А, снайпер еще.
Ай, меня убили. Это грустно. Forerunners built these new structures around the old to protect them. Так, заново. Знаете, нас сначала убить. Да не, я... Понял. Ёлпал. Что, не сесть поудобнее и попадать начинал? Неужели тебе? Опять ничего, что у тебя... Я только хотел сказать, ничего, что у тебя сзади хрюка, ты как-то так спокойно идёшь? Да на них-то вообще фиолетовый. Ну знаешь, фиолетовый не фиолетовый, а как раз он через спинный планет не убил. Не, меня водитель спереди убил. А. Сейчас меня или спереди убил. Ну, блядь, опять будильник включился на телефоне. Дурацкий лот. Находил он по телефону, и сейчас что-то постоянно будильник работает. Блин, эти кошаки, они вообще дерзкие. Ха! Пойдем, пора сохранить. Великий, привет. Великий, пока. Чувак, ты зря снайпер игнорируешь. Ну ладно ты, они меня убивают. Я их так уже в результате. Кончается. Дай пушку. Ладно, с кем боги мне делегом похожу. Стой, канатка. Значит, там можно пушку. Вот так. Солдатик, солдатик, солдатик. Отдай пушку. Пушку отдай. Пушку отдай. Я отдам. Отстань. Бежим. Что такое? Я тоже забыли. Ну, хоть недалеко. Снайпер, снайпера не стало. Вот, я это убил. Убили? Да. Не заметил кто. Видик. Снайпер мне полкнул. Дай пушку. Почти такая же. Карабинчик. Дай карабинчик. Ну давайте, спускайте охотников. Ай-яй-яй, не убивает, не убивает. Ого. Давай еще раз. Чё-то он кайфует, по-моему, от боли. Ой. Слушай, ему, походу, вообще насрать на то, что происходит. Чувак, ты сдохнешь, да?
Как он феерично упал. Cortana, the Covenant's getting nosy. I don't want to give away my position, so I'm rerouting a few stragglers back to you. I apologize. These pelicans are all the support you're gonna get. Understood, Ну, давайте, едьте сюда, платформу ебаные, блин. О, опять эти поебыки прилетели. А, нет, показалось. Господи, они как были в старый крепчик, так и остались. Новый. О, едет. Летит. A gondola is launching from the far towers. Oh, уже спустили. It's full of Covenant reinforcements. Снайперка, это наша. Человеческая. Ой, меня убили. Они меня убивают. Блин, чуть не упал. Ты клял мне? Через голову мне хочешь? И порч. Well, they were nice enough to bring us a ride. Пом-пом-пом. Погнали. Подожду даже. Не лень. Чувак, ну это уже серьезно. Пускай руки на столе, так играть неудобно. Целиться не очень удобно. Руки на столе? Да. Согласен, но все-таки домик как бы нанесу. Я поэтому, извините, на раз с мышкой не могу в штанах спать. Сереж, чё? Может, ты гранат тебя тогда тратить не будешь, а? Что? Может, ты говоришь, гранат тогда тратить не будешь? Да ничего, они у тебя семейные. Одна залетела. Все мои залетели туда. Нет, моя одна залетела. Черт, я хотел перепрыгнуть туда, но отсюда. Получилось нехорошо. Ой, не убил. Мёрдерс! Внизу граната! Никого, смотри. 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 Забил где-то? Да. Ну, поехали. Чё, надо уже отправиться, что ли, без меня? Лола, а чё будет, если я на этой платформе останусь? Да ничего, просто телепортируешься. На следующем чекпоинте. На следующей загрузке. Верни. Я хочу наверх забраться. На самый. Ну, а туда уже не забраться никак. Да просто некуда. А что? Почти. Хочешь, я могу попробовать тебя посадить по фану. О, солнышко отражается. У вас солнышко стоит? Я перед тобой солнышко. Куда ты садишься? Малой.
Вот. Взял снайперку больше. Он подобрал. Так, мне в спину кто стреляет, тут неприятный, пожалуй, что. Минус один. Что, у меня патроны кончаются у автоматика моей. Боевой винтовки. Сволочь, пистолетчик взять. Я еще получу пистолетика. О, карабин. Какого пистолетика? Это мой карабин, валяется там патрон. О. Я верну тебя. Я решил с Нидлером. Ну, кстати, где на легендарке он выручает? Пока все, ибо мы не выпустим за толку никакого. Чего пока? Все, ибо мы не выпустим толку никакого. Ну, не сказал бы там. Это половины хватит. Там просто ты не учитываешь постфактум, что эти иголки еще взрываются потом. Ай-яй-яй. Что это вы? Думаю, потом у нас нет полугона, только не надо. Ну, только этим крюкам. Что это за карусель? Карусель? Это радость для всех. Что там дальше, я уже не понял. Прокатись на нашей карусе! Прикол с базуки пыльнуть в узком помещении. И опять начинать заново. Не помню. He's asking the other prophets to forgive his premature arrival, arguing that no human presence was foretold. That explains why there were so few ships in his fleet. But it's odd a prophet would have such bad intel about his enemy's homeworld. Нравится бить других людей по лицу? Чего? Вынырнули. Лол, я ж смотрел прямо на тебя, почему я начал смотреть в панель? Достал меня испугаться. Тут подлезть, блядь. О! Ты? Чё там нашёл? Карабин. Я бы заряжен. Сдохнешь ты, блин. Чё ты пьёшь, маленький? Не ждите. Я по ним попал или по тебе? Я не затрудняюсь ответить. Вроде бы по ним, может по мне. Может по обоим. Действительно. О, мы вернулись к тому, где начали. И закончили. Да. Блин, я разбираю. Ай-яй-яй-яй-яй. Стой. На, на, сдохни, 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 срочки. Срочки — это обзывательство или что? Ну, с руки я его убил. А, ну ты с такой... Сдохни, сдохни, сдохни с ручки. Чёрт, ну и теперь я сдох. От снайпера, кажись. Появился? Да, появился. И чекпоинт вставили. А, нашёл снайпера. Ой, эти... Убрал снайпера одного, появился второй рядышком. А я убрал охотника одного. Блин, меня в спину били. Появился? Нет. Да. Чекпоинт. О, как она работает. Сдохнул раз. And people say I've got a big head.
Ох, меня убили. Появился, нет? Да. Где он? С другой стороны, наверное. По-моему, он кончил. Блин, снайпер меня убил. Enemy снайпер inbound. О, пушечка. Тут, где-то вот на этой стороне, где ты хочешь, ты что, снайпер тусит? Уже нет. А, все? Дверка, открывайся. Как не тусит, когда вот он стоит? Да, наш еще один был. Что, одного я завалил. Ох, элит, невидимки. Еще раз трудно стянуть с тобой. И улетел невидимка. Ой, я хрюка невидимка. Чего? Хрюк невидимка? Серьезно? Этим страшным снах такого не видел. Меня завалили с мяча. С мячами ходите, мяч. Бежать. Так, тут чё? Ничего. Топ-топ-топ. О, еще один лифтик. Погнали. Ты не хочешь подождать, пока я в кабину зайду? Обойдёшься. Я обиделся. Буду сидеть, тут всё, что ли, уже? Нет. Поехали. Было бы забавно. Regret's carrier just received a response from High Charity. A very well encrypted message from the Prophet of Truth. Listen to this. Да? Your haste has jeopardized the fulfillment of our covenant, threatened our grand design. That you shall be spared a public display of our contempt is thanks only to mercy and his wise counsel. Truth, mercy, regret. Killing regret should shake up the covenant leadership. But frankly, it sounds like you might be doing. Это в персоне, да, графон на уровне. Графон там нет. А более-менее в последних частях. Первых не знаю, не играл. Первый хуёвый лично. Не хороший, обычный, точнее. Поддержи ты мою саркастическую натуру, в конце концов. Хватит всё напрямую воспринимать. Шья, я клоун. Ты что, забыл? Литик. Где? Ты его убил, клоун. Ха-ха, да. Я назад вернулся. Вот это было неожиданно. Чё, забыли? Да. Причём... Я не понял, ты чё, Литик, на удар наносит? Ну даже меча не было. Что за? Возьму. Он вон-то хрюка убил в спину. Вау. Это графон, да? Ага. Графон-то нет. Ты забанал. Я говорю, поддержи мою саркастическую натуру. Так, графон-то ничего нам хорошего нет. А так визуально-то да, неплохо. Дизайнчик. This is my last run, Chief. I'm nearly out of fuel. We've secured the first tower cluster, so I'll set down there. Я думал, ты ничего не делал. Call when you're ready for evac. Блин, Сереж, не круто. Это извините, смотрю, а ты берешь мне спину подставляешь. Ой. Такие рядом полегли. В одних чуваках стреляемся. Вижу я это видит. Что там быстро сбор? Я даже попасть не успел толком. Как он тогда сдох, Сереж? Че ты? Ты, наверное, пострелил сзади. Я не стрелял. В чем значит? Я еще даже не сдох. Даже не успел насладиться. Такие вещи обычно. Надо подождать.
Ой, тут фантом злый. Ты в бой, блин. Давай, быстрее, пиздуй. Это человечество. Погубь. Умри. А то его один нажал, старый гондол. Ну, как там выглядит? Я пушки попирал. Интересно. Блин! Я своего прибил. По-моему, ты меня прибил. Не, я обычный солдат. Ты спартанец. Генетик, блядь. Генетик уже инфицированный солдат. Так, а зачем они прыгают со скалы? Хотят допрыгнуть. Они должны понимать, что они умрут. Мозгов не хватает, значит. Ой, я их убил. Хочешь в базу стрелять? Не. Скучно. Там снайперка есть, если что. Или литик. Летающий. Летающий литик? Ага, с джетпаком. Ты прям за него так радуешься. Я бы тоже хотел себе такой джетпак. Я бы на нем в школу летал. Чекпоинт. Я думаю, тебе бы он пригодился. Тут его на это даже на кресле поудобно сесть не можешь. Так хотя бы джетпаком подровнял бы. Гордалище. Нет? Нет. В воздухе тоже висеть неудобно. Я говорю, ты бы подровнял. Серёж, у тебя есть снайпер ключевой? Я просто так стрелять не могу стрелять. Снайперка есть. Ну, стреляй по ним. Ну, не надею. Рофлишь? Давай, залезай, залезай. Предлагаешь мне снайперку раньше делать? Да не, я фига поговорю. Как ты? Ах, патроны кончаются. Один выстрел остался вроде бы. Конец, конец. Нет, это еще не конец. Конец миссии. Нет, это еще не конец. That's the largest Covenant fleet I've ever seen. The largest anyone's ever seen. Get inside the temple and kill Regret before it can stop us. Ну, сейчас завалим, что, проблема что ли? Нет, в этом эпизоде не завали. Ну, в следующем проблема что ли? В следующем не проблема. А в этом не завали. Лови гранату. Получай, это фашист. Сизам опами. Блять. Я сказал. Ну что, все, конец? На сегодня? Ну что, миссия закончилась, да? Нет, миссия не закончилась. Это не новое началось, это продолжение той. А что, загрузка тогда? А, понятно. Я, честно говоря, даже удивился, что ты такого прозадал. Что, еще раз или все уже тогда на сегодня? Что там, возобновить-то нету так? А тут нет, тут в копе только что сначала. Чё за ебелизм? Ну вот так. Ну-ка, сделай меня главным. Так, сейчас. Состав. Рули. Чё я покинул? Чё я сделал? Вы стали лидером сеанса игры. Я к тебе подключу сейчас. Давай. Мяу! 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 Серёж. Вопрос. Тебя инвайтить в группу, потому что я тебя в ВК спрашивал. Чего?
Тебя в беседу инвайтить, то, что я тебе в ВК спрашивал? Меня проигнорил просто. Я не знаю, что там спрашивал. Окей, ты сейчас перешлю, потом посмотришь. Музыка. Почему точку с тахты нельзя выбрать, а? Потому что это только в копе такая фигня и работает. Ну и хватит на сегодня. Я тебя про это исправлю.